победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов и родителей награждали в Поволжской академии спорта. В церемонии приняло участие большое количество лидирующих вузов Казани. Эти лицеи действительно уже который год достигает высоких результатов, и по динамике олимпиад результатов мы действительно в лидерах даже не только республиканского, но и российского движения. Потому что если говорить о наших результатах 4 года назад, они примерно в 10 раз меньше, чем сейчас. Большой вклад в развитие образования отметила Елена Скобельцина, директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Есть положительная динамика, и за всем этим стоит большой труд не только ребенка, но и учителя. Стремление реализовать себя в той или иной области и делать научные открытия также позволяет Казанский федеральный университет. Для любого типа, не знаю, последнего процесса, для любого склада ума у нас есть все условия для того, чтобы человек себя полностью реализовал и стал именно тем, кем он хочет быть. Стоит отметить, что педагоги на протяжении многих лет готовят школьников к олимпиадам, и в течение 10 лет татарстанские школьники удерживают лидерство. Их победителям и призерам присуждаются премии и предоставляются льготы при поступлении в вузы. Адель Шамилова, Аделина Гайнуллина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.